30 января по 15 марта этого года Управлением целевых программ развития дошкольного образования Межрегионального центра качества и инноваций проводился всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад». Конкурс проводился в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне. В 2018 году в конкурсе приняли участие 6122 организации дошкольного образования. По итогам конкурса в 1000 лучших детских садов России вошли 15 дошкольных образовательных организаций Чувашской республики. Это 13 детских садов города Чебоксары, один из Новочебоксарска, детский сад номер 2 «Калинка», и одно дошкольное образовательное учреждение номер 7 «Солнечный город» из Цивильска. Победители получили грамоты и сертификаты на ценный подарок образовательного характера.